Международная федерация за права человека интересуется многими процессами, где участвуют, где преследуются правозащитники. Считаем, что это является таким делом, потому что лидеры профсоюза радиоэлектронной промышленности социально активно предоставляли помощь членам своего профсоюза, в том числе юридическую помощь, и защищали их социально-экономические права. И критически относились к власти, и, в общем-то, из-за этого сейчас вот испытывают уголовное преследование. И все имеются признаки того, что этот процесс имеет, он политически мотивирован. Наша цель заключается в том, чтобы придать больше огласки такого рода процессу широкой общественности, не только в Беларуси, но и международной общественности, с той целью, чтобы дать людям знать, что любое, так сказать, инакомыслие, любая критика правительства Беларуси может подвергнуться уголовному преследованию, произвольному уголовному преследованию. Мы здесь также, чтобы поддержать гражданское общество, которое, в общем-то, пытается отстоять свои права, но власти не реагируют на их усилия, и, в общем, мы надеемся, что наше присутствие, опять же, придаст больше огласки этому делу и даст международному сообществу и властям Беларуси знать, что гражданское общество Беларуси, оно не одно, оно не изолировано, что международные организации, такие как Международная федерация за права человека, они будут помогать гражданскому обществу отстаивать свои права здесь, оно будет помогать правозащитникам. Еще одна причина, по которой мы здесь, это документировать этот процесс. Документировать с целью, чтобы убедиться, что Беларусь выполняет свои международные обязательства и обязательства, закрепленные в Конституции Беларуси, по соблюдению прав судебного разбирательства, по справедливому разбирательству судей. То есть мы здесь документировать ход этого процесса с целью, чтобы поднять нарушения прав подзащитных, если таковые будут наблюдаться.